По факту смерти подростка в кресле стоматолога возбудили уголовное дело. Следователи квалифицируют действия врача как причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз. Кроме того, будет дана оценка действиям персонала во время оказания медицинской помощи подростку. Напомним, 17-летний юноша скончался после укола анестезии в стоматологической поликлинике номер 2. Предварительная версия смерти – анафилактический шок. Между тем, уже стали известны результаты проверки Росздравнадзора. Медицинское учреждение не имело лицензии на оказание стоматологических услуг детям. Эти материалы будут учтены следователями.